Небольшая группа мужчин с баулами и в медицинских масках ожидает окончания санобработки. Командировка на север для них теперь начинается именно так. В Усинске сейчас самая сложная ситуация по коронавирусу. Более 180 зараженных и еще 700 под наблюдением. Поворачивайся! Спиной! Короткий видеоролик спровоцировал массу споров в социальной сети. Одни говорят, что подобные методы в наше время недопустимы. Еще неизвестно, как химсостав повлияет на здоровье людей. Другие поддерживают, мол, на войне с коронавирусом все средства хороши. Удивляюсь тому, что кому-то это видео кажется смешным, а кто-то считает подобного рода меры правильными. Представьте на месте этих мужчин своего отца, мужа или сына. И что это вообще за понятие такое неодушевленное? Вахтовики. Это прежде всего люди, работающие вахтовым методом. А что делать? Или хотите, чтобы было как в Дагестане и Адыгее? Чтобы пустили военные патрули, как в этих регионах? Вот люди вышли из поезда, а на их одежде и вещах вирус, который живет там несколько часов. Любыми способами нужно ограждать город от заразы, пусть даже и жесткими. Лучше поздно, чем никогда, не угодишь нашим душенькам. Какие мы капризные. Ведь пытаются изолировать не по своим хотелкам, а ради нас. Обработку провели тоже не так. Люди, а что вы хотите вообще в этой жизни? Ведь если ничего не делать, то и другая жизнь не за горами. Дома не сидим, гуляем и общаемся без масок, а пациенты в больничку каждый день прибывают. На этой неделе в республике ужесточили требования к работодателям, формирующим вахты. Проходить обсервацию специалисты, которые собираются работать на предприятиях республики, отныне должны за пределами нашего региона. Запрет касается и работников, которые следуют на территорию НАО. Отныне им нельзя совершать транзитную остановку в Коми для обсервации. В том случае, если вахта работает на территории республики, то же самое и все-таки максимально способствует тому, чтобы работодателю, с тем, чтобы вахта проходила обсервацию вне республики, а заезжала уже с подтвержденным отрицательным результатом исследований или отрицательным во время обсервации заболевшими уже непосредственно на вахтовый поселок. Действительно, мы сегодня столкнулись уже с тем, что, например, в Усинске просто нет места для проведения обсервации по требованиям, которые необходимы. Воркутинская больница также приближается к максимальному заполнению. 73 подтвержденных случая. Более половины из них у работников Северной алмазной компании. И по словам мэра Заполярного города, в ближайшие 2-3 дня цифры будут только расти. Воркута – моногород, и практически у нас нет такого, что где-то вахта находится в тундре. Что касается шахт, шахтеров, они ездят в одном автобусе, в одной шахте, в одном городе. После смены возвращаются домой к семье, и мы понимаем, что в таких условиях исключить заражение невозможно, даже если завезли. К сожалению, и есть такие случаи, которые привозят, и мы тоже освещали и в средствах массовой информации, когда люди приезжают с отпуска за границу уже положительные. Каждая организация, формирующая вахту, несет персональную ответственность. Всех сотрудников необходимо содержать в собственном обсерватории не менее 14 дней, а уж затем приезжать и приступать к работам. Власти Воркуты усиливают работу по санобработке общественных мест, дезинфекции остановок и детских площадок. По самым осторожным прогнозам, ситуация стабилизируется в ближайшие неделю-две. Алексей Корчма, телеканал «Юрган».